Кека спасает Рождество. О, Конор, завтра Рождество, а снега так и нет. Да, снега не хватает, но нам и так весело. Ой, я боюсь. Что с тобой? Завтра ведь Рождество. Разве ты не рад? Да я из-за коньков. Я впервые на них встал, и у меня не выходит. Мы поможем. Без коньков Рождество не Рождество. Как и без елки. И без гирлянд и игрушек. Без каких гирлянд и игрушек? О, нет! Куда они делись? Где все украшения? И дождик. Даже звезда исчезла. Игрушки были такие красивые, и их было много. Они не могли исчезнуть. Видимо, кто-то их украл. Но как этот кто-то это сделал? Елка ведь высокая. Мы это выясним. И коньки для этого не понадобятся. Герои в масках спешат помочь. Вперед, герои! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. Да! Конор превращается... в Кэтбоя! А Майя превращается... в Олег! Да! Грег превращается... Похитителю пришлось подняться высоко, а значит, и нам придется. Ты прав. Нам нужен самолет. Это лунная девочка. Ящерки в ящике! Она у всех подарки крадет! А ведь завтра Рождество. Дети останутся без подарков. Лунная девочка, сейчас же верни подарки! Они не твои! Забудьте об этом! Они мои! И Рождество мое! Мое, мое! Эй! Если отобрать у нее луноборд, то она не сможет добраться до труб. А это идея, Гекко. Вперед! Я спущу ее с небес на землю. Совиные крылья! Я никогда не летал на луноборде! Я не смогу им управлять! А! А? Пока, котеночек! Я полетел отсюда! Гекко, ты в порядке? Да, я знал, что не смогу полететь на луноборде. Простите. Все в порядке. Надо ее догнать. Самолет слишком велик для такой погони. Олет, ты лети за ней, а мы за тобой по земле. Вперед, вперед! Стой, лунная девочка! Что? Почему ты не вернешь подарки? Потому что не хочу. Но ты можешь попробовать их отнять. Эй, он мой, птичьи мозги! Нет! Герои в масках! Мне нужен дополнительный вес! Кошачий прыжок! А? Опять этот котеночек! Посмотрим, правда ли кошки всегда приземляются на лапы? Кэтбой! Мотыльки! А?
Уверена, ты сможешь, если попробуешь. О, змейки на скамейке! Это труднее, чем кататься на коньках! О, нет! Я не могу! Гекко! Грег, ты как? У меня ничего не получилось. Хорошо, не переживай. Мы с Олет все уладим. Скорей, за лунной девочкой! Ну, хватит! Пора остановиться! Точнее, тебя остановить! Что происходит? Олет! Голова закружилась, Олет! Извини! Кошачий прыжок! Гекко, на помощь! Отпусти мой луноборд! Олет, что делать? Я сейчас вряд ли смогу что-то сделать. Голова слишком сильно кружится. Ты должен прыгнуть на луноборд и помочь Кэтбою. Опять? Но я не умею на нем летать! Откуда ты знаешь, что не умеешь, если все время спрыгиваешь? Ты должен попробовать. Ты сможешь. На помощь! Кэтбой! Ты права, Олет. Я просто должен попробовать ему помочь. Настало время героев! Суперкамуфляж! Куда подевалась эта ящерица? Что? Где ты? Он мой! Держись, Гекко, ты сможешь! Гекко, я сейчас сорвусь! Помоги! Но если я нагнусь, я могу упасть! Держись, немного осталось! Поверь мне! Я постараюсь доставить тебя целым и невредимым! Гекко, осторожно! А знаешь, это прикольно! Воу! Но не просто! Главное не останавливаться! Осторожнее! Стена! Черепашки в рубашках! Мы слишком высоко! Не паникуй, Гекко, а то упадем! Ты прав! Осторожно! Есть! Сейчас сядем! Аккуратно! Молодец! Я знал, что ты сможешь! Видишь, стоило лишь попробовать! Да! Мотыльки! Отпустите, негодники в масках! Все кончено, лунная девочка! Да! Твой луноборд у нас! Ты не сможешь подарки красть! Значит, у меня не будет настоящего Рождества! Я буду одна его встречать! Что? Тебе не с кем Рождество встречать? Что ж, мне тебя очень жаль. Слушай, может быть, ты его с нами встретишь? Серьезно? Да! Мы ведь должны вернуть все рождественские подарки адресатам! Поможешь? Мы встретим Рождество вместе! Что скажешь? Ну что ж, давайте! Тогда запрыгивай! Мы спасем Рождество! Да! Да! Кстати, ты неплохо овладел лунобордом, Гекко. Спасибо. Теперь я понял, что он улетный. Поскольку ты нам здорово помогла, мы отдаем тебе луноборд и магнит. Спасибо. А теперь вы улетите, и я снова одна останусь. Нет, мы пока не улетаем. Надо еще кое-что сделать. Девочка, правда ведь красиво? Наверное, ты прав. Но теперь Рождество и правда кончилось. А я так и не получила подарков. Ошиблась! Это коньки!
Герои в масках, вот эта ночь! Сегодня мы Рождеству смогли помочь! Да! Эй, что происходит? Это снег! Рождественский снег! Ловите снежинки языком! Ледяной план Гекко! А? Что это? Лед? Но сейчас середина лета! Сосульки? Это было здорово! Все вокруг покрыто льдом. Все скользят на льду. Но только в этой части улицы. Дальше льда нет. Что происходит? Ночью мы это выясним. Герои в масках спешат помочь. Вперед, герои! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. Да! Коннор превращается... Кэтбоя! А Майя превращается... Грег превращается... Гекко! Герои в масках! Гекомобиль идеально подойдет. Он ездит по любой поверхности. Как насчет Гекко? Давайте возьмем самолет. С него удобнее обследовать местность. Отличная идея! Но я думал, Гекомобиль... Нет, наверное, они правы. Идем, Гекко, пора спасать город! Стало еще хуже! Половина города замерзла! Даже кошки с собаками подружились, чтобы не замерзнуть. Ого! Что это? Совиный взгляд? Смотрите, лаборатория Ромео! Это просто классно! Я знал, что он за этим стоит. Что это? Впереди! Это машина для изготовления льда. Давай за ним, Олег. Ага. А я-то уж начал переживать, куда эти паиньки запропастились. Что ты задумал, Ромео? Это ведь очевидно. Я хочу превратить город в гигантский ледяной аттракцион и кататься на нем на своих санях в лаборатории. Почти зацепилась. Ромео, если ты просто хочешь прокатиться с ветерком, я могу с помощью своих мускулов толкнуть твою лабораторию. Я не просто развлекаюсь, хоть это и весело. Пока вы, жалкие герои, будете поскальзываться и падать, я возьму под свой контроль весь мир! Ромео хочет захватить мир? О, крутой спуск! Птички-невелички! Я здесь не протиснусь! Придется сесть! Надо его остановить, пока он весь город не заморозил! Лед очень скользкий! Спасибо, Гекко. Эй, может, лучше я погонюсь за Ромео? Мои
приступ не очень липкий. Погоди, Гекко! У меня есть план, который сработает. Но ведь мой план вполне может. Но мне нужна помощь. Вернемся в самолет. Что ж, это подождет. Олет, ты должна отыскать Ромео, а потом сделать так, чтобы он не заметил меня и Гекко. Совиный взгляд. Вот он! В общем, план такой. Я проберусь в лабораторию снизу, а ты сверху прыгнешь. Мы возьмем лабораторию под контроль, и Ромео придется сдаться. Кошачий прыжок! Наверное, ветер. Кэтбой словно обезьяна взбирается наверх. Он поднимается по обледенелой... Оу! По обледенелой... Кэтбой не сдается. Наконец-то ты пришел. Бедный котеночек. А теперь убирайся с моих саней! Кыш! Кэтбой, берегись! Ой-ой! Как холодно! Я обездвижен! Освободи меня, Ромео! Олет, я знаю, как остановить Ромео! Смотри! Не сейчас, Гекко! Вернись! Кэтбой, что нам делать? За меня не волнуйтесь! Ромео уходит! Остановите его! Герои в масках! О, хоть мы и супергерои, но сейчас Кэтбой — суперснеговик. Мы должны придумать план, и как можно быстрее. Это я и хотел тебе сказать. Я... Эй, я знаю, что делать. Нужна твоя помощь. Но мой план может... Хорошо. Что надо делать? Оу, совиные крылья! Лучше. Итак, я привяжу конец к саням, а ты остановишь их своей суперсилой. Да, но... Затем мы захватим ледяной агрегат. Давай, Гекко! Стой! Думала, что сможешь обхитрить такого гения, как я, глупая птица! Совиные мускулы! Стоп! Я не обладаю суперсилой! Гекко, где же ты? Олет в беде! Ой-ой! Какой холод! Неудачно получилось! Две маленьких ледышки на дорожке лежат! Две маленьких ледышки от холода дрожат! Гекко, у меня есть план! Ага! Постой, у меня есть план получше! Ящерки в ящике! Если бы я отстоял свой собственный план, использовал свою суперспособность, настало время героев! Суперзахват! У меня есть свой план! Вы можете помочь, разбив как можно больше ледяных дорожек. Сыграем в ледяной пинбол! Эй, его план может сработать! Вперед! Время крушить лед! Эти ледышки разбивают мой чудесный ледяной аттракцион! У меня осталась лишь одна дорога! Сейчас я покажу Ромео, как надо по льду бегать! Суперзахват! Привет, Ромео! У меня есть суперзахват, так что я лучше перемещаюсь по льду! Чепуха! Мои сани сделал гений! Я! Поэтому вам, маленьким, глупеньким олухам, его в жизни не обогнать! Посмотрим! Вперед, Гекко!
масках. О, да! Молодец, Гекко! Твой план был гениальным! Да, жаль, мы тебя раньше не послушали. Нет, я сам виноват. Если у тебя есть идея, ее надо отстаивать. Где это я? Похоже, Ромео слегка потерял ориентацию. Гадкие герои в масках! Вечно вы мне веселье портите! Ничего, я с вами еще поквитаюсь! Что ж, здесь еще много льда. Но если кто и может его растопить, так это я. Герои в масках, вот эта ночь! Мы снова всем смогли помочь! Льда уже нет. Может, пойдем в парк? А может, на великах? Но я думаю, что... А знаете, у меня есть план. Давайте пойдем в аквапарк. Это идея! Бежим! Ой, я забыла это растопить.